Привет, кошечка Анжела! Доброе утро тебе, наша красавица! И привет вам, ребята! Сегодня мы вместе с кошечкой Анжелой посмотрим, что же у нее новенького появилось. Посмотрите, ребята, у нее открылась новая, что, Анжела? Фотостудия! Вот такая классная фотостудия! Кстати, новый летний вид у нее там есть. Бассейн, шезлонг, зонтик и вот эта классная фотостудия, где Анжелочка сможет делать самые классные снимки. И вот она только проснулась и сделала вот такую классную летнюю фотографию прямо в пижамке. Анжелочка, ты молодец! Она в любом наряде любит фотографироваться. И, кстати, за то, что она сфотографировалась, у нее открылась вот такой классный цветочный фильтр для фотографии. Анжелочка, давай-ка сфотаемся на новом фоне. Вот так фоны можно выбирать у нашей Анжелочки. Классные такие фоны для новых супер фотографий. И вот новая фоточка. Классно, отлично, Анжелочка, ты просто молодец. Ну, я думаю, что нам уже в пижамке фотографироваться хватит. А вот сделать фотоснимки в новых нарядах мы обязательно сможем. Ну, для начала мы нашу кошечку искупаем. Да, Анжелочка, давай-ка мы покупаемся, почистим зубки, конечно же, покушаем, и ты будешь в супер классном настроении, и мы примерим наряды для новой фотосессии в новой фотостудии нашей кошечки Анжелы, и будем смотреть на новые фотки нашей кошечки-красавицы, которая пока еще очень-очень грустненькая. Что-то здесь такое вкусненькое, чтобы тебе стало повеселее. Классный круассанчик для нашей сладкоежки кошечки Анжелы. И, ребятки, она очень хотела съесть мороженое. Поэтому сейчас вот мы ее почти накормили. И на закусочку такое классное-классное мороженое. Хочешь, Анжелочка? Да, смотрите, как у нее бегают глазки. И вот, наконец-то, она скушала это мороженое. Классно. Ну, Анжелочка, смотрите, почти в классном настроении, что нам не хватает? Ну и, конечно же, чистим зубки, и можно будет делать классное фото с красивой белоснежной улыбкой, которую очень любит кошечка Анжела. Она очень любит свои зубки, вот такие чистенькие, классные. Все, быстренько почистили зубки, и теперь идем наряжаться. Итак, первый наряд, который Анжелочка выберет для первой фотографии. Смотрите, как быстро выбирает наряды наша кошечка. И первая фотография у нее будет вот в таком наряде. Летнее сияние, классный летний наряд. И давай, наверное, другую шубку, вот такую яркую, рыженькую, солнечную шубку выбрала наша кошечка Анжела, такая солнечная, светленькая наша кошечка. Цвет глазок. Давай голубенькие глазки у нас будут сегодня. Да, голубенькие глазки и классный макияж. Очень быстро делаем, потому что хотим побыстрее сфотаться. Да, ребятки, хотим посмотреть на нашу красавицу. Вот такая нежная наша кошечка Анжела. А теперь идем в нашу супер фотостудию. Да, Анжелочка? Вместе будем сейчас выбирать фон и фильтры для классной фотографии. Вау, какая классная фотография будет с апельсинками. Да, апельсиновая фотография. Вот с таким классным фоном или фильтром. Сейчас мы определимся, какая же будет фотка. Ух ты, две Анжелочки, это здорово. А вот такой цветочный фильтр очень классно подходит для фотографии. Классное фото, ребята, правда? Поставьте лайкусики нашей кошечке Анжеле за то, что у нее появилась такая классная фотостудия. И будет нас радовать наша кошечка Анжела еще. И смотрите, в конвертике у нас новые наклеечки. Вот такие наклеечки, это, конечно же, дубликаты. Ну вот мы откроем еще несколько пачечек и посмотрим заодно. Может быть, что-нибудь наклеим в альбомчик. Давай, вот этих нам хватит пока наклеечек, потому что наша главная задача сегодня пофотаться. Итак, вот, смотрите, скоро надо будет нам еще пооткрывать наклеечки, и будут заполнены вот эти странички. Все, на этом наклеечки закончены. Анжелочка продолжает позировать. У нее такие классные позы для фото. Так, давай не фильтр другой, а другой фон какой-то выберем. Классный вот такой тропический фон. Ух ты, а с арбузиками очень освежающий фон, освежающее фото. Классно, Анжелочка. Это просто супер, да?
Вот такая моделька, наша кошечка Анжела. Ребята, я думаю, что вам тоже очень нравится играть с такой классной кошечкой и фотографироваться вместе с ней. Ну, что, еще на таком фоне хочешь? Выбирает. Какую бы фотку еще сделать? Давай на своей террасе. Нет, она хочет на вот этом вот острове сфотаться. Так, выберем фильтр для нашей супер фотографии. Ну и что это будет? Ой, Анжела, ты прикольная такая. Там, где две Анжелы, вообще смотрится очень забавно. Так, вот такая фотка. Не получилось, давай-ка ее удалять. Нам такая не нужна, мы сейчас сделаем классную. Давай классную позу выберем. Вот, это здорово. Правда, без фильтра, но зато очень красивая поза, ребятки, правда? Отлично. И мы заработали конвертик, в котором у нас бриллиантики. Супер, здорово, классно. Ну и теперь, я думаю, что можно и поменять уже наряды. В этом солнечном сиянии мы уже сфотались, а вот теперь хотелось бы что-то нам такое блистательное. Вот, давай бриллиантовое платье оденем. И будешь ты сегодня фотографироваться в таком платье, в красивой белой шубке. Прическу сделаем тебе. Можно белые волнистые волосы светлые. Посмотрим, как будет смотреться. Вот обалденно смотрится. Вот такая прическа. Глазки. Можно коричневые. Анжелочка, давай коричневые глазки. Вот такие коричневые глазки. Ты такая миленькая кошечка. И теперь макияж для нашей кошечки Анжелы. И я думаю, что вот этот макияж, который мне очень нравится, мы его и используем. Вот такие темные тени красивые, темно-бордовые. Помада, мне кажется, очень темноватая. Давай просто красную помаду яркую. Так, и черные реснички у нас будут. Да, ребята? Вот такая наша красавица Анжелочка. С черными ресничками. Анжелочка, ты супер классно выглядит наша кошечка. Красавица. Сейчас посмотрим, какие фотографии получатся у кошечки Анжелы. Давайте выберем какие-то новые фоны. О, она захотела на этом фоне. Ну, а сейчас узнаем все, ребятки. Она выбирает фон, фильтр. Вау, Анжелочка наша в Париже. Ой, классная была бы фотография с сердечком. Но пока что мы определяемся. Вот, давай используем этот фильтр. Итак, вот наша парижская фотография нашей блистательной кошечки Анжелы в Париже. А что теперь выберет наша Анжелочка? Посмотрим. Давай, конечно же, на фоне королевского дворца поменяем фильтр. Ух ты, сердечко какое! Рамочка для нашей кошечки Анжелы. Анжела в сердечке. Ну, что-то не очень эта фотография. Давай посмотрим еще. Сердечком. Другую позу выбираем. Ну, давай, Анжелочка, сделай что-нибудь красивое. Давай, чтобы фотка была очаровательной. Ну, Анжелочка, не хочет она позировать. Вот, хотя бы так. Ну, ничего, сойдет. И еще давай одну пробу. Что же выберет она, Анжелочка? Ты что, какой-то ужас получается. Анжелочка, прикольно, да, то одноглазая наша кошечка, то с двумя головами. О, вот это вот классный кадр был бы, но мы его не успели словить. И, кстати, открываем конвертик, и в нем у нас вот этот фон открыт, Нью-Йорка. Конечно же, обязательно сделаем фотографию на фоне Нью-Йорка. Вот такая классная, смотрите, с таким фильтром. Обалденная фотография получилась. Итак, в этом наряде мы уже сфотались достаточно много. А теперь давай другой образ. И для следующей фотографии мы выберем вот такой самый летний образ. Это будет Анжелочка в гавайском наряде. Вот такая красивая наша кошечка Анжела. Правда, ребятки? Самая летняя фотография получится. Что мы, глазки какие тебе? Розовые давай оставим. Вот такие, да, розовые глазки. Прическу не меняем. Очень классная. Так, а макияж, по-моему, очень даже подходящий. Только поменяем губную помаду. Ярко-розовую сделаем помаду тебе. Вот так. Классненько. Так.
Красиво, наша кошечка. Что нам не хватает? Давай-ка обувь подберем тебе, чтобы на фотографиях выглядела очень красиво в таких классных балеточках, которые очень любит кошечка Анжела. И подберем красивые очки, ведь это же летняя фотография. И я думаю, что вот такие очки хипстера розовые классно подходят для супер летней фотографии кошечки Анжелы. Итак, наша фотостудия. Выбираем фон, выбираем фильтры и посмотрим, какая же первая фотография будет у нашей кошечки Анжелы. Вау! Ребятки, по-моему, очень здорово получается. Анжела, ты такая красивая на фотографиях. Правда, ребятки? И я думаю, что она заслуживает лайков. Наша модница, кошечка Анжела. Так, теперь снова фотография. Ты хочешь на таком фоне? Сейчас, ребята, увидим. В рамочке захотела сфотографироваться. И это самая смешная фотография нашей кошечки. Она такая миленькая. И открываем конвертик. Что тут нам за сюрприз попался? А это монетки, которые нам очень-очень нужны. Да, Анжелочка? Да, наша миленькая кошечка очень-очень довольна. Ну что? Закончили фотографироваться или ты еще хочешь? Хочет еще сфотаться наша Анжелочка. Используем черно-белый фильтр, и получилась у нас вот такая фотография. Ну и на этом, ребятки, я думаю, что хватит нам уже фототься, да, Анжелочка? Было очень круто. Не может она остановиться. Она решила сделать еще такую фотку. Вот такая фотка сладенькая. Летняя фотография у нашей Анжелочки. Вот так здорово. Сегодня мы провели денечек вместе с кошечкой Анжелой. А теперь заглянем в наш фотоальбом и посмотрим на фотографии, которые сделали сегодня мы вместе с кошечкой Анжелой. Классненько. Вот наша миленькая, смешная и нежная кошечка. И очень красивая. Правда, ребятки? Напишите в комментариях, довольны ли вы, что вышло такое обновление. Наша кошечка Анжела очень довольна и ей очень нравится фотографироваться. Ну а сейчас досматриваем сегодняшние фотографии и посмотрим на танец нашей кошечки Анжелы в трех разных нарядах. Танцуйте вместе с Анжелой свои любимые танцевальные движения. Ну а мы с Анжелой будем прощаться. Пока-пока, Анжелочка! Классных тебе деньков, отличных фотографий. И вам, ребята, тоже всем пока-пока.